Что ж, теперь мы с вами начнем разговор о моделях суверенности. Или по-другому можно сказать, моделях провидения. И, в принципе, вы можете выбрать то или иное название, они равнозначны. Но что же такое модель провидения? Что ж, модель провидения — это объяснение того, как можно согласовать вместе Божий суверенный контроль с вашим пониманием свободной воли. Теперь, я думаю, что многие люди на протяжении истории и даже сегодня полагают, что это невозможно согласовать понимание свободной воли, и обычно понимается либертарная свободная воля, с Божьей суверенностью, с идеей о том, что Бог контролирует все, что происходит. И может даже быть такое, что люди верят, что либертарное понимание свободной воли, хотя они не могут дать определение — это единственное возможное понимание свободной воли. И они просто не понимают, как эту свободную волю можно согласовать с той суверенностью, о которой говорит Писание. Ведь Писание учит, что Бог суверенен. И они просто разводят руками и говорят, что это не согласуется вместе. Что ж, но если мы вернемся к нашим первым лекциям, когда мы с вами говорили о различных подходах к богословию, помните это обсуждение? Если вы придерживаетесь подхода, который включает в себя либо фрагменты экзегезы, либо фрагменты богословия, в любом случае единственным источником вашего богословия будет Писание. Но находите ли вы в Писании объяснение того, как свободная воля человека согласуется с Божьей суверенностью? Нет. И также вы не найдете в Писании все эти определения. Поэтому если вы выстраиваете богословие, используя первый или второй подход, о которых мы говорили на первых лекциях, то вы далеко не продвинетесь. Только если, выстраивая свое богословие, вы позволяете себе заходить за рамки Писания и использовать тот материал, который не включен в Писание, то только тогда появится надежда дойти до того момента, до которого мы с вами дошли, не говоря уже о том, чтобы продвинуться дальше. И прежде чем мы с вами отправимся на перерыв, я бы хотел сказать следующее. Несмотря на тот факт, что многие люди полагают, что это невозможно согласовать между собой Божью суверенность со свободной волей человека, я постараюсь показать вам, рассматривая различные модели проведения, что существует множество разных способов это сделать. Эти способы не похожи один на другой. Что ж, это так. И затем вам уже нужно будет принять решение. Так? Какой именно способ, на ваш взгляд, самый правильный? И здесь мы начнем приводить аргументы в поддержку одного или другого подхода. И именно в этот момент, и я надеюсь, что на следующей лекции мы сможем об этом поговорить, и в этот момент вы начнете понимать, почему мы говорили обо всем том, о чем говорили, на протяжении всего этого времени, переводя все эти определения. Я обещал вам, что вы оцените это. И я бы хотел начать обсуждение некоторых аргументов в поддержку одной достаточно общей модели провидения или модели суверенности. И есть две основные модели провидения. И позвольте мне описать их хотя бы в общих чертах. И уже затем мы с вами будем говорить о различных формах каждой из этих двух моделей провидения. С одной стороны, есть модель проведения общей суверенности, а также мы затем обсудим модели проведения частной суверенности.
Итак, в начале модели проведения общей суверенности. Согласно этой модели утверждается, что у Бога есть общие планы относительно того, что Он хочет совершить в этой вселенной. Но у Него нет подробного плана, который включает каждое событие, которое происходит. Но почему же у Него нет такого плана? Что ж, потому что в основе модели общей суверенности лежит приверженность к либертарной свободной воле. А если вы наделите творение либертарной свободной волей, то вы не будете знать, как они поступят в тот или иной момент времени. Поэтому было бы неразумно Богу заранее планировать каждое событие, которое произойдет в этой вселенной, когда есть кто-то, кто обладает либертарной свободной волей и сможет принять решение, которое нарушит все эти планы, и Бог уже не сможет воплотить задуманное. Поэтому у Бога есть лишь общий план, который ведет к Его славе, лишь общий план спасти людей. И, конечно, есть какие-то конкретные события, которые Бог мог запланировать изначально, скажем, послать Христа на крест, чтобы Он умер за нас. Это событие зависит только от Божьей воли, не зависит от воли людей. Но вот запланировать Богу то, что каждый из нас в итоге придет к спасению, что ж, если мы принимаем решение принять или отвергнуть Христа, будучи наделены либертарной свободной волей, что ж, нет никаких гарантий, что мы примем Христа. И если нет никаких факторов, которые склонят нашу волю к принятию Христа, ведь если есть такие факторы, то мы не принимаем Христа по доброй воле. А вся цель этой модели проведения заключается в том, чтобы показать, что Бог предпочитает, чтобы люди любили Его, потому что они хотят этого, а не потому что они вынуждены это делать. Вы понимаете, что тот человек, который придерживается либертарной свободной воли, полагает, что любая обусловленность внешними факторами — это уже принуждение. Что ж, так как они полагают, что принуждение в любом виде исключает свободную волю, то это тогда означает, что Бог заранее не знает, кто же в итоге примет Христа. Бог может планировать какие-то события в вашей жизни, которые, как Он надеется, могут склонить вас к принятию Христа. Но вы должны помнить, что все эти факторы непреодолимы, потому что в этом случае речь уже не будет идти о либертарной свободной воле. Бог может определенным образом устраивать обстоятельства, надеясь, что вы примете Христа, так как Он знает вас, но вы все равно сможете поступить непредсказуемо. И поэтому становится достаточно понятно, почему у Бога может быть только общий план, который не включает каждое конкретное мельчайшее событие. И, конечно, Он не может заранее определить каждое событие в истории, чтобы все произошло определенным образом. Что ж, кто-то может задать вот такой вопрос. С какой стати следует считать, что Бог, будучи суверенным, абсолютно суверенным, не пользуется этой суверенностью? Потому что Он отступает, чтобы дать место для свободной воли человека. Что ж, сторонники модели проведения общей суверенности скажут, ну вот посмотрите, если Бог никогда не ограничивает себя, то как вы объясните воплощение Христа и Его смерть? И Его воскресение. Вот перед нами конкретный пример, когда Бог, не будучи обязанным сходить на эту землю и умирать, по Своей собственной воле сделал это, ограничил Себя.
И если вы полагаете, что Бог никогда не ограничивает свою власть, ни при каких обстоятельствах, то вы не сможете объяснить Боговоплощение, потому что оно показывает, что Бог может на такое пойти. И второй довод, который используется для того, чтобы показать, что Бог сам решил ограничить свою власть, заключается в том, что Он создал нас со свободной волей, либертарной свободной волей. Если вы наделяете людей либертарной свободной волей, причем осознаете, что они смогут ей воспользоваться, то тогда вы вынуждены ограничить внешние факторы, включая Божье могущество, для того, чтобы они могли избрать то, что желают, одно, а не другое. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, это модель приведения общей суверенности. Мы к ней еще вернемся. Но есть и другая модель приведения, отличающаяся от модели приведения общей суверенности. Она называется модель приведения частной суверенности. И в основе этой модели лежит убеждение, что Бог не только обладает способностью все контролировать, но Он и использует эту способность и все контролирует. И при этом Бог ставит не только общие цели, но и частные, конкретные цели для каждого события, которое Он предопределил. И это включает даже те события, которые Он не хотел бы, чтобы они произошли, скажем, грехопадение человека. Иногда сторонники модели проведения частной суверенности могут сказать: так как Бог обладает таким могуществом и проявляет свой контроль над всем, что происходит в мире, то не остается места ни для какой свободной воли. Но, с другой стороны, есть формы модели частной суверенности, сторонники которых заявляют: нет, люди свободны, просто они свободны с компатибилистской точки зрения. А это означает, что Бог все еще контролирует все, но наши поступки в то же время совершаются по свободной воле, в том смысле, что они обусловлены внешними факторами. Ведь Бог не только решает, что должно произойти, но и воплощает это в реальность. У Него есть все средства, чтобы достичь целей. И все еще будет разумным говорить о том, что человек совершает свои поступки по свободной воле, потому что, хотя мы что-то делаем под воздействием, но мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И Бог, который сотворил все, Он прекрасно знает, что необходимо для того, чтобы склонить нашу волю к тому или иному поступку в той или иной ситуации, при этом не связывая нашу волю, не делая нас роботами. Итак, вы можете придерживаться модели частной суверенности и отвергать какую-либо свободную волю, но, с другой стороны, вы можете придерживаться модели частной суверенности и верить в свободную волю. Но, конечно, вы должны понимать, что при этом вы можете давать место только компатибилистской свободной воле. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.